есть трансляция? Сейчас я в прямом эфире, да. А как развернуть камеру? Что сделать? Камеру развернуть. Куда? К себе? На меня, да. Не знаю. Сейчас я из дома вещаю. Тут, я так понимаю, вскрывают квартиру у меня, пытаются вскрыть квартиру. Так что я сейчас всех ставлю в известность, что тут вот налет такой на меня устраивается. Так что отключили они мне интернет, но я смог войти все-таки. Отойди от меня. Вот. От меня отойди. Какой здесь адрес? Волжская, 17, квартира 4. Волжская, 17, квартира 4. Это адрес в Саратове. Работает это? Перескок? Да. Да, работает. Волжская, 17, квартира 4. В Саратове адрес. Так что прошу всех милости, прошу на помощь. Те, кто живет в Саратове. Я же вам... Вы слушаете меня внимательно? Да, я слушаю вас. Постановление Басманного районного суда города Москвы. Вы будете нервничать. О производстве обыска. Скажите ваше удостоверение, пожалуйста. Разрешить производство обыска жилища Мальцева Вячеслава Вячеславовича по адресу город Саратов, улица Волжская, дом 17, квартира 4. На обнаружение взять предметы, документы, консенсусы, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела. Вы телефончик сверните с вами, не надо. А почему? Потому что... А почему? Все технические средства, которые будут использоваться в производстве обыска... Я вам служебное удостоверение предъявил. Я его не прочитала. Отдел по расследованию особо важных дел. Литвинов Илья Дмитриевич. Литвинов Илья Дмитриевич. 70. Телефончик включайте. Черти вы. Дай что-нибудь с рукавами мне. Что теперь с ребенком будет? Вот с рукавами. Да ничего, она привычная. Угу.
я не думаю, что... Не стыдно вам, ребят? Нет. Нет? Вообще не стыдно никак? Космонавты. Бандиты. Космонавты. Взяли самого главного. Слав, что делать? Скажи. Ничего. Что делать? Ничего делать. Ну что делать? Скажи. Нам уже весь курс еще. Это самое главное. Мне с тобой ехать сейчас? Че, моя девочка? Не переживай, все хорошо будет. Хорошо? А без меня можно не ходить по квартире? Вот, кстати говоря. Да, кстати, да. Где наши понятые? Ты снимай. Соседей подними. Да. Где наши понятые? Почему вы заходите в квартиру? Я не хочу, я не знаю, кого вы привели. Я не хочу убирать телефон. Я имею на это право. Вами приглашены? Да. Ты что, расстроился? Ну, все нормально, Ванюш, ну. Я тебя люблю, ой, суки, вы бессовестные. Ладно. Я не знаю. Не надо. Посмотрите, что с ребенком делаете, а? Вам было предложено открыть дверь неоднократно. Да вы знаете, что вы делаете. Что вы знаете вами? Прекрасно, что вы делаете. Со мной переговариваться. Почему? Ну, из-за которой придется отвечать. Где понятых брать? Где понятых брать? Ну вот попроси прийти людей. Приходите, понятые, потому что навели людей тут целую толпу. Где тут? Вот, смотрите, толпу людей привели. Какие люди, откуда они? Ну да. Все, давай. Куда вы его везете? Куда вы его везете? Ребят, ну что, встречайте и провожайте там, где он будет, ищите. А я мне где брать понятых? Я не хочу ваших понятых. Я не хочу ваших понятых. Я не хочу ваших понятых. Да. А почему? Он еще не изымается. Добровольно предлагаю вам выдать телефон. Понятые вся техника изымает. Я хочу понятых своих. С тех пор, как зайдут мои понятые, я вам отдаю телефон. Хорошо? Я вам еще раз объясняю. Понятые мной приглашены. А я хочу своих понятых. Постановление о производстве обыска вам предъявлено. Предъявлено? Я имею право вызвать своих понятых. Иных понятых. Телефон ваш еще раз? Я хочу нейтральных людей. Где понятые? Телефон ваш? Я вам задаю вопрос. Телефон ваш? Вот. Где понятые? Вот эти четыре человека? Я не доверяю им. Это не четыре человека. Два оперуполномоченных участвуют в ходе обыска. Я не доверяю этим людям. Я хочу, чтобы были нейтральные люди. Соседи, пойдемте вместе. Мы пригласим. Давайте перечь на друг не будем. Телефон. Почему? Подождите. Ваш? Потому что, я вам еще раз поясняю. А вы на меня тоже голос не повышаете. Это вы у меня в гостях сейчас. Я не в гостях. Я у вас в гостях. Представление суда. Телефон ваш? Еще раз я вам говорю. Не надо перекататься со мной. Телефон ваш? Я имею право. Я имею право вызвать дайте двух понятых. Добровольно. Желаете вызвать телефон? То есть вы сейчас еще будете силу ко мне принять? Обыск, пожалуйста. Выйдите. Я вам еще обыск раз... начат. Телефон. Нет. Желаете вызвать? Двух понятых я хочу изымай, независимых. Изымай. Давайте, пожалуйста, телефон. То есть вот так вот, да? Изымай. Я вам еще раз... Как вас по отчеству? Телефон изымай. Телефон, пожалуйста, отдайте. Вы мне можете вызвать двух понятых других? Да, пожалуйста. Меня не устраивают. Телефон, пожалуйста, отдайте. Я не доверяю вам, лично вам. Я предполагаю, что вы можете что-то сделать. А для этого вы здесь присутствуете? Нет. Мы будем передвигаться только с вашим участием. С вашим я участием. Еще раз вам объясняю. Я хочу двух других понятых дополнительно. Пойти сейчас к соседям и пригласить их. Так, постановление суда вам предъявлено? Я вам буду защиту. Постановление Басманова районного суда города Саратова, города Москвы от 11 апреля 2016 года. На основании которого... Я его видела. Обыск, жилище, мать, я его все. Видела. Я вам обыск, еще раз говорю. Чат. Вам пожалуйста, начинайте... Открыть дверь, вы отказались. Начинайте телефон обыск. Ваш? Я вам еще раз повторяю. Я не добровольно знаю, как с вами разговаривать. Добровольно желаете выдать всю технику в связи с тем, что у вас значит обыск. Это что, рэкерский какой-то захват? Тогда пойдемте, возьмем двух понятых еще. Нормально. Вы присутствуете.